В Гражданском кодексе зафиксируют права соседей по дачам. В частности, согласно вносимым изменениям, граждане не смогут жаловаться на воздействие, исходящее с соседнего участка. В виде газов, паров, запахов дыма, копоти, тепла, шумов, вибраций и прочего. В том случае, если это не воздействует и не оказывает влияние на использование участка гражданина или оказывает влияние, не превышающее установленных нормативов. Так, в частности, собственник не может углублять свой земельный участок так, чтобы грунт соседнего участка потерял опору. Запрещено будет сооружать колодцы, препятствующие поступлению воды в колодец соседа, или возводить канализационные сооружения, загрязняющие соседний участок. Помимо этого, новый закон предписывает не осуществлять посадки на участке так, чтобы это вредило состоянию соседнего участка, нарушало устойчивость находящихся там зданий или сооружений. Мы все очень хорошо знаем, что отношения соседей должны выстраиваться на взаимном уважении и признании прав друг друга. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока.